А, вот, вот, например, некоторое время стоял на Нидерландской дивизии, вот это было заливками от главного подавляющего числа из дорогих сердец. А я считаю, что они молодцы. Правильно сделали. Что вокруг осталось, сделалось с Википедией? Тогда ничего. Старый никто не отменял. Логин информации остался такой же, как если бы статьи были объединены общем. Давайте объединим. Сохранена масса времени, длинных обсуждений не было. В порядке живет, раздел развивается. Вот. Что имеем в сухом остатке? Специалисты уходят, актеристы уходят, остаются. Ну, так, мы любили почитать. Доказать продукты превосходства в клавишной конфронтации. Тем временем я лично уже стараюсь не проверять Википедии. В лучшем случае посмотри, где он список источников, если он еще есть поставленный статьи. А там новая напасть. Непристойная иллюстрация соответствующей статьи. Тот оформить по-другому, к сожалению, не оказалось. Единственное, что я попросил бы лиц, которым мне исполнилось 16 лет, покинуть зал буквально в время. А? Против? Нет, это нехорошо. Ну что значит? Найдите цивилизованные слова по поводу. Хорошо. Не надо это показывать. Зачем? Ну, хорошо. Все поняли, что за непристойная иллюстрация у нас не знали, да? Зачем им нужно столько и вообще зачем они нужны в этих статьях? Что, в тексте не написано? Простите, кто оценивал непристойно или не непристойно? Так, может я тогда все-таки скажу, что за иллюстрацию? Тогда Макс придется покажу, все вылезу, что среди буквы. Непристойная иллюстрация соответствующей статье. Естественно, Википедия у нас ограничений по тематике статьи не имеет. Естественно, есть иллюстрации, статьи, которые, мягко говоря, сами поняли, что это за статьи. Скажите, говорите, что свободность и размещает все, что можно разместить. Я, например,
какому-то человеку должно быть стыдно. Это проблема не только Рубики, вообще всей. В одном из обсуждений один из участников действительно сообщил, что признание педофилии – вопрос времени, и ей, мол, тоже место на страницах Википедии. Как думаете, сколько флагоносцев сделали ему предупреждение? Ни единая душа. Если это произойдет, ни единой секунды я больше не буду ходить за ним. Есть выход из этой ситуации. Текст, ладно, пусть уж остается, если так есть. Человеческие ситуации должны проходить еще более жесткий контроль, чем не свободны. Несмотря на то, что они в общественном достоянии. Если без такой иллюстрации можно обойтись, а чаще всего так оно и есть, доблестные авторы с этой темы со всеми подробностями описали все и со смаком. Ее быть не должно. А теперь запускайте масло. Так, а сейчас еще ничего нет, да? Извини, Максим, но, к сожалению, закон у нас не меры борьбы с вандализмом бюрократии. Значимость весьма скользкий и неоднозначный критерий. Использование его как повод для удаления более-менее серьезной статьи должно поддерживаться еще как минимум одним резким поводом удаления. В противном случае статья призрачная, не имеющая значимость, должна выставляться на доработку, а не на удаление. В крайнем случае есть шаблон значимости, не забывайте. Про страницу обсуждения тоже не забывайте. Вообще-то она для этого и создана. Прежде чем повесить позорный шаблон удаления на статью. Сначала напишите на странице обсуждения. Потому что этот шаблон потом просто так не снимешь. Так. Если удаление выставляется в статье по причине своего состояния, допустим, значимость есть, значит, ну, не надо точно знать, чего ей не хватает. Тогда тем более, он, собственно, наручно должен ее обработать. А вообще, я считаю, что раздел удаления вообще надо упразднить и оставить только явно нарушающие текущие правила статьи, тоже значит. Если удаление статьи не произошло, доработанные оставлены, номинатору на такое удаление делается строгое предупреждение за деструктив. Если номинатор на удаление не поставил известность основного автора и навесил позорный ярлык на статью без уведомления, делается строгое предупреждение за деструктив. Если хотя бы одна статья была оставлена в ее текущем виде, номинатор выписывается блокировка, вплоть до бессрочной, а потом удалисты должны быть активными участниками писать статьи. Если участник занимается только удалением, то его следует отстранить от этой деятельности по причине предвзятости. Есть один удалист, который прямо хвалится своими достижениями на личной странице. Хотите сказать, что он не предвзято относится к написанию статьи? Никогда не поверит. Запрещается выставлять к удалению хорошие статьи и избранные статьи. Запрещается выставлять к удалению анонимам и участникам с малым стажем работы в ДБ. Использовать счетчик просмотра статей как серьезный критерий значимости. Более 10 просмотров в сутки есть читатель, значит есть значимость. Вспомните, все-таки я читаю.